Привет, дорогие друзья! Вы на канале Джонни Паппет. Мы сегодня с вами поиграем в Томушку за Золушку. За Золушку. За Золотишком. Будем играть за нашего Джинджера, как вы и просили, писали в комментариях. Так, ребятки, знаете, что я хочу? Сейчас очень жарко. Не хочу бегать на пляже. Честно скажу, не хочу. Давайте выберем что-нибудь другое. Другое. У меня колосок сломался. Сейчас, ребятки, сейчас, подождите. Давайте зиму, а? Зиму. На улице так душно, жарко, что будем бегать за нашим золотишком. Кстати, ребятки, у нас там задание было 20 секунд не подбирать золото. Я не знаю, как это сделать. Не знаю, выполнять его или нет. Но так как у меня пляж еще недостроен пляжик, поэтому я все-таки буду подбирать золотишко, чтобы накопить немного денежек. Мы играем, да, за нашу джинджерушку. Играем за джинджерушку в игру в Тому. Игру Томушку. Сейчас. Ой. Тихо. Спокойно. Я хочу сделать потише. Подождите. Ладно, шмякнулись. Сейчас, секундочку. Все так орет, кричит, непонятно. Так вот. Наш джинджерушка. Джинджерушка, да как же это выговорить-то сложненько, а? Ребятки. Мы бежим по нашему холоду, вот честно скажу, так сейчас жарко, душно, вот кроме уровня как снега выбрать другой не могу. Честно, пионерская. Плюс еще у меня что-то голос поломался, я не могу говорить. Не, я могу говорить, но я не могу говорить по-другому. Ух ты, двукратное увеличение очков. Так вот, что там добавилось? Там добавился вроде что-то, босс какой-то, енот. Теперь нужно ему уничтожить. Его догонять, ну хотя мы его раньше догоняли, но сейчас мы все разберемся и посмотрим, если мы его догоним. Ну, если, конечно, я смогу долго так бежать, ни разу не пропасть. О, да, снежок, больше снега, хочу снега. Эй, два яйца. Не яйца, а два комка, два снежка, да? О, вот он, босс, да, ребятка, что делать? Надо жать, да? Нет, он будет... все, я понял, вот тебе... Надо бросать бомбочки и уворачиваться. Вот тебе, лови гранатку. Так, хорошо. Вот тебе енотик. Открывай ротик. Оп. Открывай ротик, енотик. Ну, конечно, вот ты. Ребят, нам как обычно не удалось. Эй! Меня расплющило. Эх, я сегодня сыграю, нет. Ребятушки. Ух ты, шлем нам пригодится. Я сегодня такой неуклюжий. И как прям Томушка, джинджерушка, енотушка, анжелушка. Кто там еще? Хенушка. Мне больше всего нравится, как звучит Хенушка, да? Так как-то красивее. Хенушка, чем джинджерушка. Ой, это так сложно выговорить. Так вот, ребятки, да. Видели, да, босса? Я его не пришпиндорил и, ну, не убил его, в общем говоря. О, па-бам! Магнит, это хорошо. Мы будем ловить магнит. Опа, вниз, опа, наверх. Ух ты, самолет! Пристегнуть ремни, мы отправляемся в далекий-далекий полет. Ждите приятных сладостей бесплатных на борту. Всем приятного полета. Так вот, ребятки, да. Ух ты, там город, да? Не удалось нам победить, я что-то это... Зашмякался не в те кнопки. И влепился прямо в, ну, конечно же, в самый большой красный ящик, который... Опа! Вниз. Который... Оп! Ух ты! Вот это да! Я даже сам не понял, как это получилось, но было очень здорово. Прям под музыку своих слов сделал. Ух ты! И что там нам дали? Нам дали то, что мы пробежали там какую-то... финишную черту для нашего джинджерушки. Ох ты, господи, ж ты мой. Что ж ты так разговариваешь? Хорошо. Что-то темно. О, ребятки, это что-то? Ну вот, это технологический город, про который когда-то я давно говорил. Из каких-то выпусков, не помню каких. Ну, когда-то я такое говорил, то что вышло обновление вот с таким вот городом индустриальным. Ну, не так, вернее, от слова индустрия. Ну, короче, как-то... прыжок. Где босс? Я хочу босса найти. Ой, Каска, ты мне так помогаешь. Спасибо, то, что ты появляешься.
А двукратное увеличение очков тоже спасибо. Ух ты, 256. Так мы быстрее накопим наши очки и быстрее достроим наш домик Хэнка Гавайского. Хотя играем за Джинджерушку. Ой, да что ж ты. Играем за рыжего котика Джинджера. Вот так вот. Вот, ребятки. Прыжок. 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 Прыжок и не допрыжок. Ба-бам. Ух ты, у нас уже перебор. Перебор сефиков. Но... Эй, енотик, ах ты полосатый, ты животик, ну-ка иди сюда, отдай мое золотишко, что за ерунда? Ух, как, блин, я не знаю, как столько, тихо, да, ну, я чувствую задание, 20 секунд не брать золото, вот, висит, ну, это как, это вообще, мне кажется, золото не должно нигде лежать, потому что, пристегнуть ремни, мы опять взлетаем на нашем очень сильном, мощном корабле, который называется Джинджерашка Джетпака самолета турбо... турбоноситель котов. Вот, турбоноситель котов. О, кто-то бросил нам... Эй, золотишко, опа. Прыгай. Ты что творишь? Вниз. Вот это да. Вот чуть ли не было и было. Ай, пока. И шмякнулся, ребятки. Эх, видимо, не... Стой, говорю, стой, енот, полосатый живот. Видимо, нам сегодня, ребятки, не добраться второй раз до босса и не победить его. Эх, ну что-то я бежал, а он куда-то и не появлялся. Вообще, негодяюшка, да, такой босс? Негодяюшка, джинджерышка, домушка, хенушка. Эй, гренушка. Паровозишка, эй, комочки. Енотушка, стой, енотушка, вот динамитушка, видишь, лежит? Да-да, плюс 2 динамита, хорошо, пригодится, динамит нам очень нужен. О, мой любимый шлем, я сегодня как неуклюжая букашка, и поэтому мне нужна зеленая каска. Вот, короче, ух ты, там знак был, на тракторе нельзя ездить. Стоял, висел, был прикреплен на столбе, ух ты, лето. Опять лето? Нет, я хочу чуть-чуть прохлады и зимы. Эх, ребятки, это же так, так хорошо, когда нету такой духотищи, когда дышать нечем. Вернее, наоборот, есть чем. А, мне магнит, чё я, что я переживаю-то? Так, а если нам попробовать, давайте, может быть, попробуем выполнить, не брать золото 20... А, ну, сейчас магнит у меня. 20 секунд не брать золото. Ну, давайте попробуем, может, получится что-нибудь у нас. Все, я выполняю задание. Оп, не брать золото. Оп. 20 секунд. Давай. Не бери. Хотя рука дергается то влево, то вправо. Подобрать золотишко. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Опа. Ну как? Нет, а? Ребятки, она выпадает всегда. То есть, в любом случае, взять его получится. Ну, может быть, завтра будет другой квестик, а? Пожалуйста. Ну пожалуйста. Эх, где босс? Хочу босса. Енота на большой железной тачке. Который бросается. Бомбочки и ставит, и коробочки бросает. Их. Вот выпал бы тогда шлем. И было бы очень здоровски и хорошо. Эй, сюда. Во, давайте попробуем не брать 20 секунд золота, потому что... Опа! Та-та-та-та-та-та-та-та-та! Ага, тут как? Нет, это не серьезно. Это невозможно. Это... Ай, не серьезно. Тихо. Вот это да. Вот это я пируэта тут устраивал, да? Я же сам себя удивляюсь. Гонщик, джинджер. Так, сюда. Оп, чпоньк. Ага, хорошо. Ух ты, процесс пошел. Магнит, уйди, пожалуйста. Я хочу... Задание выполнить ежедневное. Так, оп. Все, да все, время пошло. Давайте попробуем выполнить это задание, которое говорит нам не брать 20 секунд. Да как не брать? Как не брать? Оно сразу появляется в том месте, где я еду. Я еще шмякнулся, даже не услышал как и не понял как. Ну ладно, не беда. Мы бежим дальше. Да. Ух ты, шлемок. Ты писклявая пищалка. Ты не взял там... Ты шмякнулся между поездов. Ну, хорошо, что у нас спас шлем. Да, ребятки? Оп, хорошо. Текс. Мы почти бежим. Ну что, что-нибудь будет грандиозное?
кстати, я же сколько уже денежек собрала. Ай, все дальше. А, знак! Фу, чуть ли не было. Так, ну давайте еще раз попробуем не брать. Эй! Все. Эй, да как тут. Эй! Шмякнулся, опять я размазался. При любых обстоятельствах, как бы я не пытался бы не брать золотишко, она все равно бралась. Эх! Вот у меня задание. Не подбирайте слитки золота 20 секунд. Это очень сложное задание, к сожалению. Не получилось мне выполнить. Ребятки, мы накопили съемки на пляж, на жаркий-жаркий пляж. И попробуем достроить, что у нас тут получилось. Ой, 6000. Давайте попробуем. Так, хорошо, 500. Эй, есть, 500. Нас только хватило, ребятки, на 500. Джинджер, Хенушке помогает построить домик. Молодец, Джинджерушка, ты хороший кот. Хороший котик. Ребятки, по вашим просьбам, заявкам, поиграли мы сегодня в Джинджера. Нашего Томушку кота за золотом. Вы были на канале Джонни Паппет. Не забывайте подписываться. Если вы не подписались, жмите колокольчик, чтобы не пропустить самое важное. Вступайте в группу ВКонтакте. Пишите комментарии, ставьте лайк. Ну, в общем, все как всегда. Вы же знаете все сами. Всем пока!